Как накрутить просмотры в ТикТоке? Как сделать, чтобы не забанили? И как сделать это быстро? Сейчас расскажу как. Кстати, есть еще бесплатный способ, о нем тоже расскажу. Итак, в предыдущих видео я создал новый ТикТок аккаунт, залил на него несколько видео, которые, кстати, попали в рекомендации. И сегодня мы накрутим еще одно видео. Видите, у него 0 просмотров. Хотелось бы побольше. Что для этого нужно? Для этого заходим на сайт fastfame.ru. Опускаемся чуть-чуть ниже, находим TikTok, выбираем просмотры. Тут есть разные тарифы, есть тарифы с живыми просмотрами от живых людей. Можно заказывать и их, но в этом видео я буду заказывать просмотры с гарантией, потому что они придут быстрее и вы быстрее убедитесь в качестве работы сервиса. Нажимаем выбрать тариф. На следующем экране указываем количество, которое нам необходимо. Я хочу 2000 просмотров. Пишу. Угу. Далее нам нужно указать ссылку на наше видео. Найти ссылку на ваше видео можно в ТикТоке, нажав на три точки в правом нижнем углу ТикТока. Ставить. И нажимаем на кнопку «Перейти к оплате». Вводим адрес электронной почты. Вводите вашу настоящую электронную почту, чтобы заказ закрепился за вами. Я вставляю свою почту. Выбираем способ оплаты карты России и нажимаем на кнопку «Оформить заказ». Нас перекидывает на сайт Тинькова, но оплатить, конечно же, можно картой любого банка, и еще можно оплатить вообще без ввода карты, что сейчас я и собираюсь сделать. Для этого нажимаем «Еще способы» и выбираем «СБП». Нажимаем «Открыть в приложении», в моем случае это Сбербанк, в вашем случае это будет ваш банк. Открыть, оплатить и вуаля! Обратно заказы. Кстати, за накрутку просмотров от ботов TikTok уже давно не блокирует. Их разве что могут списать через некоторое время, но для этого у FastFame есть гарантия, и все просмотры возвращаются даже в большем количестве, как правило, через некоторое время. Так что рисков здесь никаких нет. Ну а если заказывать живые просмотры, то и списывать ничего не будут. А пока просмотры летят на мое видео, как и обещал, расскажу про бесплатный способ. Для этого открываем Telegram, ищем специального бота, который называется FastFame Bot. Кстати, в боте точно такие же услуги, как и на сайте fastfame.ru. Нажимаем «Начать» при первом запуске и после этого нажимаем на кнопку «Услуги». И теперь вводим секретный код. Далее указываем ссылку на наше видео, мы уже знаем, откуда ее брать. Вставляем и указываем количество. Я хочу максимальное. Отправить. Заказ принят в работу. Бесплатные просмотры уже в пути. Что ж, давайте проверим результат по просмотрам с гарантией. Заходим в TikTok и 4398 просмотров. 160 лайков. 161. Отличный результат. И теперь вы знаете, как накрутить просмотры в TikTok. Если у вас остались какие-либо вопросы, то пишите их в комментариях. Все прочитаю, на все отвечу. Дело за вами. Всем удачи. Пока.